Всем большой привет из Прованса, вы на канале Elena France. У меня сегодня сын заказал свои любимые маленькие пиццы в духовке. Это быстрые пиццы, потому что тесто я не делаю сама. Я вам уже показывала, но достаточно давно. В биомагазине у нас продают, девочки, если вы живете во Франции, то присмотритесь. Для того, чтобы быстро приготовить ужин или обед, вот такие галеты. Они есть разные. Они есть овощные, с картофелем, есть злаковые, есть из тофу. И вот они очень-очень вкусные, в них хорошие ингредиенты. Вот, например, у меня муж и сын любят с картофелем. Здесь добавлена овсянка, здесь добавлен лук, всякие специи. Они уже готовы, их просто разогреваешь или в духовке, или можно разогреть, здесь вот написано, на сковороде. Мы придумали с ними такой рецепт. Я во Франции не видела, но мы придумали. Мы делаем из них маленькие пиццы, добавляем томатную пасту, добавляем любые специи, кто какие любит, добавляем, так, это у нас лардоны, грудинку, можно добавить курицу, можно добавить рыбу, если вы хотите. И сверху мои любят сыр, сыр козий, чтобы он расплавился. И убираешь в духовку на 10 минут. Все, маленькие пиццы готовы. Что добавить? Добавить или овощной салат, добавить можно пол авокадо, можно добавить тушеные овощи и, в принципе, готов. Салат можно покрошить еще чуть-чуть сыра, потому что не может быть недостаточно белка. Но вот, кто не умеет просчитывать белок, то добавляйте еще и в салатик чуть-чуть. Салатик заправляем оливковым маслом или любым другим маслом. И вот такой быстрый ужин или обед готов. Так что присмотритесь вот к этой марке. Он манж куа, он манж... Риан, Владислав спрашивает, что мы едим, я говорю, ничего не едим сегодня. Посмотрите, какая у меня красота получилась. И вкусно, мужчина уже за столом, Александр говорит, о, как вкусно пахнет. Поэтому сейчас будем. Тя, да. Merci. Ой, куртуа. Еще здесь у нас пицца осталась со вчерашнего дня. Будем доедать. У нас сегодня в Провансе пасмурно, но не очень холодно. Выходной, накрапывает дождь, все детки все равно гуляют на улице. А мы с Александром пошли прогуляться немного. Сейчас пока гуляю, отвечу на ваш вопрос. Ветер сегодня все-таки прохладный. Прохладный. Combien de gré, monsieur? Bonjour. Bonjour. Combien de gré? А? Он говорит, может, 20, но ветер прохладный. И я вспомнила один комментарий, хотела ответить на один комментарий про то, когда я рассказывала, что кто-то кричит так. Французы, когда уже становятся пожилые, на пенсии, то многие продают свои дома, покупают квартиры и про наследство. Что там был такой комментарий, что французы не оставляют наследство при жизни своим детям, потому что нужно заплатить государству большой налог 30%, если я правильно поняла. Я вот точно не знаю, какие проценты, мы никогда этим вопросом не интересовались, но я точно знаю, что многие родители во Франции подписывают определенный документ, что после их смерти, только после их смерти, дети, это называется донесён, что дети имеют право на все их жилье, на все их квартиры, дома, если у них нет. Проблема в том, что как бы они отдают свою недвижимость уже при жизни детям, ну там, конечно, все прописано, что они имеют право жить до конца в этих домах, никто там их не выгонит, никуда не попросит. Единственное, что это все надо заполнять у нотариуса, чтобы там все-все было прописано. Но вот я не знаю, надо спросить у Алекса, они, наверное, уже не имеют права это жилье не продать. Зачем они эти делают? Зачем это делают французы? Для того, чтобы дети, когда получат наследство, не платили государству большие налоги. Потому что во Франции, когда получаешь наследство и нету этой дарственной на дом или на квартиру,
она тоже сколько-то там стоит, может быть, даже ей стоит 20% или 10% или больше от стоимости недвижимости, которую должны заплатить родители. Но если родители не сделали этот документ, то потом, когда дети вступят в наследство, они должны государству обязательно заплатить от стоимости недвижимости, которую они получили в наследство. Вот Алекс мне говорит 20%. А кто-то написал 30%. Ну, какую-то вот ставка между 20% и 30%. Поэтому во Франции многие дети, когда получают наследство, если родители не смогли или не захотели по каким-то причинам сделать этот документ, они государству отдадут от своей недвижимости 20% или 30%. Мне кажется, 30%. У многих нет таких денег. Вот если они получили виллу 350 тысяч, им придется 30% насобирать денег. Если у них нету, то государство им разрешает какое-то время собирать эти деньги или продавать недвижимость, и потом определяет срок заплатить. То есть не будут сразу на следующий день просить эту сумму, но вы обязаны или иметь эту сумму, или взять кредит, или продать недвижимость. Если даже вы собирались в этом доме жить, то будьте добры оплатить государству. Не знаю, есть у вас такой закон или нет, а у нас пошел дождь. Вот и прогулялись. Дорога какая. Расцвело столько маков. Смотрите, какая красота. Цветочная дорога. Прям вообще супер. Свежесть такая. Народ везде гуляет с семьями. Выходные-то. У нас же еще все закрыто. А когда он открывает? Шери, c'est quand ce sera ouvert? Le café или что? А, да, через два дня у нас все открывается. В среду. Сегодня воскресенье. Вот. Поэтому французы пока хоть нагулялись на природе, то никого не увидишь. Сейчас нагулялись. Все машины припаркованы на тротуарах. Французы вообще не хотят в гаражи ставить. Жидики или французы, но тюли спали гаражи. Pour les voitures. Tous les voitures. Он говорит, вообще они очень часто перед... Там две кошки, они так ругаются впереди, черные. Они гаражи для у них. Или они их переделывают еще под комнаты. Вот сейчас шли, сосед одному соседу, другому соседу рассказывал, что у них был гараж большой, и они переделывали под маленькую студию. Очень-очень многие французы. Ничего так себе, я думала, это собака, это кошки тут дерутся. И смотрите, как они разговаривают. Ох, они там все уже выдрали друг у друга. Ага, уже выдрали друг у друга. Эй, вы чё? Совсем? Ничего так вы. Чё такие одинаковые, ещё и дерётесь. Злые какие-то. Ouais. Et encore, tu ne n'agresses pas? Non, t'es froid. Oh, il est bizarre. Il avait beaucoup de... Oh là là, mon dieu. Это одна кошка к другой в гости пришла, и она недовольна. Ils se disputent pour le territoire. За территорию дерутся. Ils font leur tour. Et qu'est-ce qu'ils se rencontrent? Начали про гаражи, кончили про кошки. Les chiens ils sont en train de décaler pour pas se rencontrer. Ils tombent dessus, bah ils tapent dessus. Ah, il pleut. Я вам сейчас быстро расскажу. Тебе парапли? Для парапли? On est pas dessus, quoi.
Ага, он говорит, я же не сахарный, ничего не раз этого, не растаю. Вот, и они гараж, и сосед говорит, я свой большой гараж переделала под маленькую студию. А второй говорит, мне нужно тоже узнать, может быть, я свой тоже переделаю, документ там надо какой-то получить, наверное, под студию. А кто-то не переделывает под такое жилое помещение, они тогда, им служит как дебора, это по-французски, называется как гараж такой, где они, или как это, склад, каморка, где они все вещи хранят, там у них у некоторых забиты гаражи, у нас же у Даниэля Ильяна тоже гараж свой, но они туда в жизни машину никогда не ставили, они там у них в гараже у Лильяна целая мастерская, надо как-то с вами будет зайти. Даниэль на него ругается, говорит, ты все собираешь, он у нас вообще все собирает, все старье собирает, еще может и подобрать где-нибудь. У меня дедушка был такой же, когда он ушел из этой жизни, бабушка потом балкон разбирала, на балконе чего только не было, я помню, она ругалась. Вот. Уля, ладно, буду я одевать капюшон тоже. Потом все расскажу дальше. Смотрите, какая красота. Ирисы здесь. Или высадил кто-то, или нападали они здесь, не знаю. Александр говорит, пошли быстрее домой. Понима? Дождь-то уже прям летний. Он даже и не холодный совершенно. Просто мокрый. Просто мокрый дождь. А так здорово. Сразу детские воспоминания снова. Когда пахнет пылью, асфальтом и растениями. Обед у нас вот такая замечательная тарелочка. Итак, что в нашей тарелочке? В нашей тарелочке углеводы. Сегодня киноа, 100 грамм в готовом виде. Чем можно заменить? Можно заменить любыми злаковыми. Рис, греча, пшено, перловка, все, что вы любите. Киноа мне нравится, потому что в ней очень много белка. Затем из белков у нас сегодня сельдь. Сельдь – это жирная рыба, поэтому